Здравия желаю, уважаемые зрители. Сегодня, значит, на испытаниях БДК Иосиф Сталин произошла, видите, развернула, видите, как модель. То есть я даже не понял смысла. Вывернула. То есть вот эта крышка, вот, видите, крышка, открылась и попала в колесо. И видите, что? Вот она, линия прямая, видите, как выгнула. А это металл, его рукой не выгнешь. То есть, представляете, это я показываю еще аварию, и представляете, какая сила вот этого. То есть, кто сомневается в двигателях, для них, вот видите, даже показал случай. То есть сила страшная. Колесо ничего. А это выгнулось. Скорость была 25, сейчас скажу. 25 вольт. Это на ваты, если перевести. Так. Считаем. 220 разделим на 25. 8,8. Так. И здесь, значит, 600. Ну вот этот мотор 600. Сейчас покажу. Вот мотор. 600. А второй мотор на 300, который его крутит. 600, значит, делим на 8,8. 68 ватт выход. Так. А еще мощь колеса вот этого. Вот тут я говорил вам, не мог учесть ее. Но, как вы видите, мощь там, может, тут КПД повышается, как я говорил, 800. Вот, сейчас уберу это. Вот она, видите. Выгнуть вот такую штуку, вот она. Ну вот, вот ровно, а вот как выгнула. И этому ничего не случилось с ним, видите, с колесом. Да представляете, какая сила. То есть тут не 60, то есть это по счету даже неверное. Не 68 ватт выход, а я думаю 150 где-то. Ну вот человек 200 ватт сила у него примерно, средний. Так, он такой вот не выгнет. С одного удара. С одного удара. Вот и думайте про законы физики. Ну, в общем, сейчас буду устранять неисправности. Вот. А вечером вот это, видите, БГТ уже с этим, как я говорил, что надо, как сказать, генератор, то есть оно и генерировать будет. Так как, если на велосипед ставить, надо же это самое возвращать, иначе смысла нет. То есть накапливать и возвращать. Часть на движение. Ну вот как у меня сейчас стоит 1:3. То есть оно вот это выдает 108 ватт. Примерно. Но если его поделить на 3, как у меня поделено на 3, то получается 30 где-то. 35-36 ватт. А тут 68. И плюс еще вот это вот колесо, видите, выгиб какой. Вот оно. Ну тут металл, вот его, вот я жму его. И вот так просто, это молотком буду колотить, чтобы выпрямить его, видите. Рукой его не согнешь. Это не то, что там жесть. А крепкий металл. Вот он выгнулся. Так что сейчас приведу, как говорится, буду выпрямлять все это.
А вечером еще выпущу ролик, покажу, как работает система уже. Вот. Иосиф Сталин, но уже с генератором. Не просто на велосипед, но чтобы велосипед, как говорится, не заряжать, а ездил.